СРВ. Да, примеряюсь. Вот мы сняли этот фонарик, то есть тут должен быть. Вот, посмотрим. Не хочется лишний раз сверлить. Вот. Сейчас поглядим, у нас вмятина. Сейчас мы ее посмотрим в лампе. Вроде и не страшно, вроде и не очень. Ну, как бы чем-то таким гладеньким. Вот. Сейчас померяем, крашеная, не крашеная, потому что можно втюхаться в эти дела. Поэтому лучше провериться. Вот. И опять же, я уже говорил, вот отсюда я думаю, что будет у меня доступ через фонарик, дабы тут подправить. Ну, сначала вот попробуем начинаем. Поднять. Тут вот заломчик и вот сюда чуть-чуть спустился. Вот мы видим. Поднять вот эту шишечку. Вот 35 миллиметров подходит как бы. Поднимем вот эту часть. А потом уже будем думать вот об этом заломе. Тут он вот так соскользнул. Вот так получилось. Ну что, сейчас клей греется. Вот, потом дальше будем смотреть. Вот, взяли, бабахнули мы. Вот, теперь отклеивайся. Ну что, поменьше стало. Вот, теперь, по идее, вот это надо разбивать и доставать уже вот эту часть. Ну, дальше грибочек, наверное, будет у нас вот такой. Он как раз сюда просится. Вот так. Попробуем его. Вот. Ну, для начала надо вот это немножко подразбить. Здесь и здесь тоже. Потому что вот мы видим шишечки. Их надо загладить. Вот такой грибочек. Сейчас застынет, мы его подергаемся. Сейчас посмотрим, что получилось или не получилось. Вот. Ну что сказать. Моментом он выдернул, моментом нет. Вот видим, тут шишка. Опять же, надо пробивать все. Вот, потом дергать надо будет вот здесь. С заступом работать. Вот так. Не очень хорошо видно тут, конечно. Сейчас будем все вот это разбивать. И потом останется еще вот тут чуть поднять и тут. Ну, уже как бы не так страшно. Вот уже ямочка уменьшается. Сейчас дернем за низ. Потом за верх. Еще крючками я ничего не делал. Пока в этом необходимости не было. Не хочется делать шишечки ненужные. Тут уже как бы осталось немножко подразбить и подтянуть. Вот, в принципе, я думаю, даже если оставить вот так, на улице этого будет уже не видно. А здесь еще надо опять пробить и доработать. Пробить и поднимать. Вот. Honda металл такой непростой тут. Вот, он немножко так столистовато-жестковатый. Вот я показываю, что чуть-чуть тут вот есть. Как бы вот она. Шишечка, ямочка, шишечка. Ну вот. Ну, это дорабатывать будем потом. Сейчас будем заниматься вот этой красотой. Посмотрим, как вот этот грибок сработает. Теперь вот такой вот тандем у нас получился. Чуть по чуть поднимаем, пробиваем, поднимаем, пробиваем, поднимаем. Потихоньку ямка выходит. Вот тут небольшой перетяг получился, ну ничего страшного. Сейчас еще вот здесь я немножко подтяну и потом буду забивать это все до кучи.
Вот, ну тут грибочек будет, наверное, вот такой. Да, ультровский возьмем, вот такой с магнитиком. Любимые мои грибки, тем, что они вот так вот, если что, дрынь и приклеились. Что же? Вот так вот. В принципе, даже и крючком лазить не пришлось. Все сделалось клеевой. Где-то, конечно, тут мельчайшие там фиговинки есть тоже. Вот, что. Ну вот, камень отлетел и ударил. Заломчик получился. Вон там что-то, где-то какая-то, как паутинка. Сейчас вот это еще возьму крючком остреньким, залезу вот сюда, дочищу. И, в принципе, уже хозяин пришел, посмотрел и сказал, что все хорошо, все ему нравится. Ну, надо вот залезть, дочистить вот эти вот. Вот эти вот маленькие неровности такие. Вот. Хотя я уверен, сейчас на улицу выгони, ничего не увидишь. Это при увеличении в лампе. Вот. А тут серебристая машина, Снежка. Вот обычная. Ничего ты там не увидишь, не дойдешь. Ну, сейчас возьмем красивый острый крючок. Благо они вот они есть. Залезем и чуть-чуть пошевелим. Так что не пришлось ничего не шевелить, ничего. Вот сюда, вот в это отверстие я слышу, тут ни перегородок, ничего нету. Вот я думаю, залезем крючочком и все будет. Ну, чё, вот, доковырял. Потом еще добивал вот такими вот молоточками. И вот такими, и вот такими. И вот такими. Вот. Ну и что, нормально получилось, все хорошо. Все, полируем и до свидания. Второй номер полирульки мензерновской. И вот так вот надо все пройти и аж отсюда. Вот, чтобы примерно вот так одинаковый, чтобы блик был. Вот, лучше полирнуть примерно вот так все. Вот так вот будет. И оно будет как раз вот, вот так, ну, хорошо. Вот, будет. А теперь микрофиброчка, волшебная тряпка. Творит чудеса. Вот, все вытираем. И все. О, счастливый хозяин волшебной тряпкой трет машину и вмятины исчезают. Да. Брюки превращаются, превращаются брюки в элегантный, ну, вот, шов. А раньше это все было видно в начале съемки. Вот, а сейчас ни хрена не видно. Раз ничего нет, значит ничего и не было, да? Счастливый хозяин. Ну вот и все.